Ну, у нас вообще замечено, ну, это в основном информация от йогов идет, ну, и те, кто занимается, ну, так давно уже профессиональной йогой. Вот если концентрироваться, например, на кончике языка, то появляется расширение диапазона вкуса. Человек начинает чувствовать едва уловимые вкусовые моменты какой-то пищи. Если концентрироваться на кончике носа, то возникает расширение диапазона воспринимаемого запаха. Вот. А если концентрироваться на вомероназальном органе, который у нас выстилает дно носа, вот, ну, правда, не у всех он уже выстилает, у некоторых только одна ямка от вомероназального органа осталась, вот, то он начинает источать запах, мочь источать. Поэтому вот наша мысль, наша энергия мысли, она много что может преобразовать. И вот эти все концентрации, да, они способствуют этому.